Опа-на, меня что-то кикнуть собрались. Как так? Я ж просто прав Скорее оказался. нажми обилку. Да я пытаюсь дойти, бля. Все, игра повисла. Да похер. Не, на самом деле я очень разочарован этим бравлом, какое-то говно. Ну подожди. Сыграем брал не против трех самуров для начала. Это вообще реально? Ты сам веришь в свои слова? Ну да, на самом деле верю. А не троллишь ли ты меня часом? Нет, поверь мне, я не против трех самуров. Чего, блядь? Ёб твою мать. Сохрани пресет. Как? Я не имею. Угу. Обычно можно. Совет классный. Верю. Блядь, сохранить, сохранить, сохранить. Здесь нет сохранить. Присед. Rejoin. Нет, спасибо. Используй присед. Там на английском, во-первых. Жаль, что присед исконно русское слово. Да? It's okay to be a gay. Блять, что происходит? Ой, жаль, ты это не видишь. Рагнаросы только что 4 раза послали волну по одному и тому же лейну. И как? Угадай, по какому? По тому, по которому идет вражеский голем, или по тому, по которому идет наш голем? Четыре раза? Скорее всего, там, где наш. Кто угадал? Потому что 4. Слушай, а чё, она дамажит этого самого? Голема? Конечно, она дамажит все, что не здание. Блин, это такая имба. Да. Самое смешное, он такой, он контр таких ёбаных специалистов, знаешь, как загар, еще что-то. Ты такой, блядь, там запушил лейн, сделал все красиво. Да кому хотя бы одного специалиста не контрит? Да, Хаммер. Хаммер? Ну да, Хаммер, да. Ну зачем таких героев водить? Бля, не, я... Забей. Вы заканчивайте там, мне еще минута ахает, я пошел бутерброд сделаю. Одного убили, второй пришел. Мы убили 3 самура, Кириллыч. Где мой ачив? Что, за чеком пошел, что ли? Я ж тебе говорю, у меня еще реконнектинг, я просто себе этот бутерброд сделаю. Это моя шутка. Теперь мне Тахан, пиздатый бутерброд, такие не шутки, да? Угу. Ты так зареджонился, помнишь? Я просто наблюдаю, понимаешь, как сливаются рагнаросы на топе. К ним едет Иллидан бот, доезжает. И меняется на Элан, останавливается, смотрит, блядь, и разворачивается прямо рядом с рукой. Да ну нахер это дерьмо. Ничего не видел, ничего не знаю, меня тут не было. На пятерочку. Да. Давай. Они там что, бэкдор уже пошли, что ли? Ну да. Вроде нет. Да, а, я не расслышал тебя. Ёптыть. Да блять, они хули, блять, школьники заебали, блять, своим тимплеем нахуй. Какой у них тимплей? Делать куби. Ходить вместе пятеркой. Кстати, зацени, как я выжил от ульта кельта. Не от ульты, а просто у меня, ну как, яд был.
посмертный. Я пошел вас защищать. А, не допрыгнул. А, это лучше брал на Вайфамите, сука. Серьезно? Конечно. Я такого дрочилова не видел уже давно. Это как брал в Хардстоуне, где ты играешь карты за рандомные косты. То есть там... Карта, которая стоит 10, может стоить 1 мана. Так. При этом, когда ты выставляешь карту, играется спелл за номинальный кост карты. Да. То есть ты за 1 ман, скажем, играешь Рагнароса, еще играется какой-нибудь спелл за 10 ман. Подожди, не а Рагнарос, точнее, они что, не берут босса? Подожди. Блять, what? Поможешь нам с боссом тогда? А, ты... Как стану. Потом сражался с Келем и с двумя самурами, и это не очень хорошо закончилось для меня. Угу. Ну да, есть такая тема. Вот. Блять! Ты видел этот тайминг? Видел, видел. Не волнуйся, это нормально. Ты первый, не ты последний. Ну, Лидан, 4000 хп на последнем уровне. Это пизда. Башен школьника. Какого из них? Шуточки за 300. Блять, ульту не успел прожать. Эх. Господи, этот Рагнарос, на него больно смотреть. Я ничего не понял, вы что, собрались выиграть эту катку? Да, верно. Может быть, да. Ну вообще, мы по не очень выгодному лайну идем. Ну окей. А как именно вы собрались? Убить всех самуру, пронести этот сам. Я понимаю, звучит слишком просто, но... Два Акама, все дела. Ну... Да. Сейчас батя покажет. Как встанно. Блять, да почему я ульту не успеваю поражать? Она что, не сразу активируется? И все школьники, они кемпы что ли берут активно? Почему? Они же на рекапе валялись. Сколько времени прошло с тех пор? С рекапа? Ну, вставали. Давай команду, что делать-то? Я пошел на митника. Сейчас тут будет пизда, по-моему. Наверное. А всем похуй то, что... А нет, смотри, не всем. Нужно постараться убить Эля. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. А вот и Кель. Так, дальше что надо постараться сделать? Самуру. Здесь. Вот он. Я его не вижу. Он вард поставил только что. Ну пошли ядро мочить. Знаешь? Ядро мочить. Это так смешно просто за Иллидана. Почему? А потому что через ядро прыгаешь, до тебя хуй доберешься. А, это да. Есть такая тема, есть. Бля, не смотри, они за нами что-то ходят, я не понял. Чем надо, блядь? Боже. Окей. О, какой прекрасный брол. Какой из них? Сука. О, боже. Я Савелию поставлю плюсик. Савелий, да. За никнейм. Да-да-да.
Отомстил за 6 смертей твоих, причем только. Когда она мочит ядро, это уже просто смешно, блин. Музыки только не хватает. Блин, ну даже за 1000 монет я не буду этих херней вставлять. Почему? Давай. Поехали. Нет. Слишком потно. На этот раз слишком плотно получилось. You have recently disconnected from a game. You will match with our leaders in quick match and Brawl. Тебе надо один просто quick match сыграть. Или Brawl написано. You will also be unable to play ranked until you complete one quick match or Brawl game without disconnecting. The members of this party have recently disconnected from a game. This party will be able to play Hero League, quick match with other leaders in quick match and Brawl until completing those games without leaving. Так ну. Ты же левал, блядь, из этой игры два раза. Когда? А посередине-то. Давай, квик. Ладно. Нахера ты так рашнул плейсменты? Ну, потому что захотел. Че, мы с тобой сейчас не сможем играть, что ли? Не сможем. Ну да, логично, я тоже рашнул. Так, слушай, Кириллыч, слово говоря, я же к тебе, я тебе завалюсь, короче, знаешь, с полудня субботы до вечера воскресенья. И будем гонять. Я могу бустануть ранг, это потом что угодно. Но... Там вообще не гонять ход. Я предлагаю ввалиться вот. Давай, давай. Я просто думаю. Чувак, как кстати, очень тебе советую вариант. Попробуй накопить на него. Сколько у тебя вообще голубых слов, говори? 12 тысяч. Что хочешь купить? Пока ничего? Пока ничего. А что надо покупать? Надо ничего. Я так и не решил этот философский вопрос, покупать героя или мастерскин. Что покупай героя? Ну, потому что у меня в целом набор, ну, полный набор. Что там кого докупать, я не знаю, кельта? У меня для всякой роли, практически для каждой карты, есть кто-то. У меня даже есть герои, которые... Отлично подходит какой-то из карт, но я за них не умею играть. Поэтому... Пилочка, у тебя нет чена. Да. У тебя должен быть чен. Зачем? Ты ебаная троллина, которая любит выигрывать не дамагой. Значит, тебе нужен чен. Ну окей. Говорил где-то. На самом деле, я тоже хочу научиться за чена играть, но как-то пока не поступал. А просто такой смешной герой. Это идеальный танк для соло, потому что там все вливаются в танков. Вообще, на самом деле, Илюша норм. Да вообще куча много имба-героев. Но вот мне кажется, Леминг имба, Азмодан имба. А видишь, я не люблю без примейда играть танком. Чё-то куда. Uh-huh. А, игра проканула. Я вообще разочаровался в танках. Саппорты, они, ну вот, если ты за саппорта играешь, и у тебя отбитые чуваки, то ты можешь как бы им простить ошибки, ты можешь исправить ситуацию. Если ты играешь за танки, они отбитые, вы всосали, все. Есть момент. Но с другой стороны, без танка, если не отбитые, делать вообще ничего. Ну... Maybe. Про акцент я сейчас изучаю. У меня, кстати, не акцент сейчас большая проблема. У меня проблема, знаешь, в чем? В чем? В том, что я пропускаю article, я пропускаю is are очень часто. Очень часто. Uh-huh. Я знаю, что их надо, я просто забываю. И я неправильно использую всякие предлоги типа by, in, at, on и так далее. Я их просто местами меняю, что это звучит не нативно. Это, кстати, очень плохо. С in, by и прочим есть очень много сложных, многозначных таких выражений. Да. Допустим, come by, это, скажем, я зайду к тебе в гости. Не, ну такие фразы, я забыл, как называется фразеологизм на английском, я забыл. Не помню сам. Бля, ну такие фразы я помню. К
Камбай, плиз камбай, это я помню. Я не могу их подставить там, не знаю, я, ну, неправильно предлоги, например, на когда ты говоришь про время. Час, день, там же разные всегда, год. Так, ладно. Пора нагибать. А кого ты там? А, это ты? Нет, тоже это где? А, вот, все, ты за Варриана. Я просто не ожидал, что ты Варриан, поэтому дважды проиграл. Варриан — это сдатый герой, особенно после нерфа. Окей. Бля, а чего у меня так лагает? Что-то лаги какие-то на этой карте. Фига, заставить тебя ливнуть, чтобы ты еще в лоу-приоре покатал. Да нет, это ебаная запись, все. Ойли-лойли. Лоли? Роскомнадзор как есть? Я бегу-бегу. А чё на воде вы там делаете? Я лично наваливал Муралес. Угу. Чё, не хочешь потанчить? Я просто так спрашиваю. Знаешь, может, и хочу. Угу. Oh my fucking god! Видишь, как бы, брайтинг очень лечит. Угу. Ладно. Ой, ё-моё, тут гангбэнг. Ой, ё-моё, что делается, блядь? Под Моралесом в пятером, это, конечно, очень неприятно. А чё, где? Где у нас чё, кто? Я понял. А Салрак топ захватывает, надо туда вообще вваливаться уже. Да всё, он должен успеть. Блин, а чё? Я понимаю. Такие пинки. Ему, наверное, сложно. Хм. Окей. Всё. Бам. А чё ему сложно, это же Ларак? Правильно. Это человек, которому, точнее, не человек, это протос, которому нечем отхиливаться против крипов. Угу. Ойли-лойли, что происходит? Таханыч, ты наставляешь танку, и это выходит, блядь, а танк фокусит тебя. Интересная тема. Бля, а вот это самое. Ай, блядь, я пытаюсь продамажить, я пытаюсь. Да нормально. Чем дамажит? Блин, она на меня прыгает, она на меня прыгает, смотри на эту дуру. Она заманивается, ты посмотри. Заманилась. Блядь. Уверен? А, окей. Да. Я хотел подождать немножко. Найс. Nice. Может, полечишь меня? Ой, ёптать. Ох, ёптать. А где все? К нам, что ли, идут? Нет. Историю Варриана знаешь из ВК, так слово говоря? Неа. Короче, ныне по лору Вова король Альянса. Че фишка в том, что его орки держали на арене. Зачем? Ну, это такой миррорный персонаж с Тралом. Угу, Трала тоже люди на арене держали. Типа кончилась фантазия? На самом деле, хуй знает. Тахан, пошли, опять опаздываем. Ёптыть. Через год. Что-то ты быстрее меня. Мы как бы восьмой засноуболили, поэтому... Нормально, нормально. Ещё не совсем уже опоздали, блядь. Там происходит, школьники сливаются? Да. Ну, посмотри, Брайтинг, молодец.
Что тут у нас? Ёптыть. Я не могу войти никуда. Никуда, блядь. Ёптыть. И пока все нормально. Оп. А вот сейчас вот стояли. Алис не убили. Блядь, куда да пошел? Прыгай ты! А, ебануться. Надо как-то победить ебаную Моралес, я не знаю, как это делать. Да пофиг на файты, это же карта сноуболится с плитпушем. Моим любимым. Я пытаюсь надамажить, чувак, но у меня... Ёбаный Рейнар защищает эту тварь. Блять, у нас... Блять. Никто зайти не может. Павок игра решила, что меня, видимо, одного как танка будет достаточно. Что за пиздец? Вариант не танк, нихуя. Крайне убого. Танковетка. Танкоредка? Танковетка. Ну, ульта, через которую он танкует. Поэтому фактически я бил кутаунт плюс 60% хп и все. Офигеть. Офигеть, у него больше ничего не становится. Танчество. Ты знаешь, иметь гору хп, но не быть танком, нихуя. Так он не был танком никогда. Вроде. Почему Алара? Я тебе о том же. Окей. Чего он хотел сказать? Почему Dangerous? Dangerous. Ой, ебать, ребята. Нахуй! Ой, ебать! Ой, пошла в жопу! Ой, пошла в жопу! Нет, 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 да, 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 нет, блять. Нет, да, нет, нет, блядь. Это особенно хорошо получился. И когда вариант берет 10 уровень, у него звук левелапа из вовца. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, как я зашел неудачно. Наши пугливые тиммейты, конечно, да. Ну хотя бы топ пропушим немного. Рагнос может вообще-то сесть на башню, которую стреляет. Она в хп сыр. Блядь, а чё она? А, скрипты ебаные. Это я понял. Это вы здорово придумали. Сейчас, наверное, босса возьмут. Серьезно? Вообще, я не понимаю, почему, да, почему они до сих пор не нужны. Че, мы идем на бот, нет? Не, мы идем по топу, чувак. Мы берем проблем. Чувак. Сук. Сколько у босса жизни? Понятно. Много. Ой, ёб твою мать. Но зато мы взяли кэмп. Кэмпы это жизнь. Вы, они что-то заподозрили и пошли вместе с боссом, вместо того, чтобы все пятерки на точке стоять. Может быть, команда все-таки когда-нибудь подойдет. Ну хотя, если мы сейчас мид снесем. Да. Рагнарос додумался, додумался! Ёптыть. Но только. Че, будем дефать? Будем дефать? Я для тебя беру флажок на обилити пор. Зачем он сюда вошел, блядь? Лол, троллина. Ух уж этот брейкинг. Да я не думаю, что понял. Вопрос снято. Давай эту, да, да, красавец, красавец. Я бегу. Ой, ёб твою мать, я добежался нахуй. Я все.
Серьезно, я не перепрыгнул? А, нет, это сами. Ну, блядь, я двоих кое-как убил, конечно. Не, помощью Рагнароса. Ты вообще красавец, блядь. Конечно, как-то что-то хуёво пошло. Ух ты, что такое? Он может прямо здесь башню поставить? Чё либо на... может на разрушенную любую башню садиться. Офигеть. На живую свою. И вот я в рейнже его нахожу сейчас? Да. Рейндж огромный. Ой, лол. Ойли-лойли. Ой-о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 й
перейду немножко сейчас на лейнинг и кэмп, потому что мне надо 8 сферок собрать, чтобы у меня их плюс 30 АД накатило. Ну вы на миду там поразвлекайтесь, а я один возьму кэмп. Идет? Нет. Чуть все хуево. Хотя да, да. Окей. Не, ну как скажешь. Просто наши развлекатели там, блядь, ну посмотри что. Я понял. Ну, короче, да, как угодно. Сдип не стой. Нет. Стараюсь взять кэмп пока. Ну все, блядь, я тут настоялся, блядь. Еще эта хуйня меня фокусит, блядь. Нахуй такие игры, блядь. Ничего, это лоу приор все-таки. Согласен. Я сейчас съел полбуханки багета и 100 грамм икры. Просто лакшери. Поистине. Если эта сука меня сейчас дисконнектнет, я бомбану. Ух ты! Так это же имбаланс. Ты видел? Что? Да ну нахер. Рагнарос сел на башню и вобрал 4 выстрела? 8. Я тебе об этом говорю уже, блядь, наверное, я не знаю, минут 10, что он может так сделать, но что-то как-то не злоупотребляет свои возможности. Блядь, ну ты как-то говоришь, это непонятно. Ебать, что делать, спойдешь с нами? Тут весело, честно. Блядь, Моралес, хватит уворачиваться от моей ульты. Ее не так много, я хочу, чтобы ты вобрала все. И вот сейчас я тебе поставлю флажок на ability power, дамаж. Да я и без него норм. Блять, что случилось, блядь? Почему он так? Помогите мне с этой дурой, блядь. Нормально. Опа, опа. Опа, очки. Там еще это. Керриган. Кильтелас, ебаный. Вот, я не боюсь ее нахуй. Где она? Пам-пам. Пойдем босса заберем. Нужен только ты. Окей, босс. У меня нет 20-го. Не важно. Окей, whatever, пус. Пам-пам-пам-пам, нет. Пам-пам. Ой, блин, меня Ларакс пугал. Давай, Керриган. Ой, красавица. Ой, какая она сладенькая. Вот и ульта готова. Если ты попадешь в Моралес, я ее убью нахуй. Блять, лагает. Да, все четко. Ты ее убил. Но у меня начало лагать. Было бы обидно, если бы я прав. Ну, чтобы ты совсем ОП там не был уж прям. Да. Подожди, Ларак на чужую сесть не может. Ой, это как вот. На чужую живую не может. Да, я понял. Нет. Блин, я танчу просто как, я не знаю кто. Ребят, я прям вообще совсем танчу. Не настолько, как я. Я не дал ему сесть на башню, надо его станировать. Блять, а я сейчас вообще умру нахер. Сейчас сядет. Кто? Народ вражеский. А, ты делом занят, извини. Тогда извини. Я же сказал, что я танчу.
Ух ты, я присаммонил Брандвинга. Хорошая билка. Ой, ёпт, я передумал туда идти. Хотя... Ё-моё. Да блядь! Кто тебя ебанул? Керриган, но я хотел спрятаться, но немножко не успел, у него раньше хватило. То ли она бегает быстрее, то ли я хер знает. Ну да, нормально. Абилити пауэр мне сейчас не нужен. Я флажком бить. Ты можешь это... Да нет, я взял на самом деле уменьшение XP, точнее HP на абилити. Ласкэнон. Ты можешь потанчить под их вышкой, а я просто под ультой сниму бот. Например. Я могу потанчить. Смотри, я могу 4 атаки заблочить вообще в 0 или 5. Ну вот. Я просто думаю, они сейчас на нас пойдут. Я думаю, они сейчас нахуй пойдут. А мы типа начнем им ядро бить, и они обидятся. А, я понял. Ты мид хочешь продавить? Да. Блять, а мне что, дефать? Мне с тобой идти? Нет, все нормально. Че, они агу что ли идут? Да, серьезно? да. Блять, я боюсь сюда входить, чувак. Мне ж пизда придет. Блять, протус летит на меня. Все. Кем-то по топу как хорошо идет. Да, я вижу. О, блядь, Аларак, ты такой хуёвый. Блядь, там с этим еще ведь Моралес, ладно, он там сам по себе был. А как часто он может садиться на здание? А вот этого я не знаю, не играл за него. Все, по ядру 8 ударов по хере. Ничего, даже щит не сняли. Так я... Они сейчас не войдут, они сейчас дефать идут в пятером. Не, вот они входят, все, это пиздец. Давай что-то думать. А да ну нахер. А, ну все четко. Опачки. Я бы свалил. На самом деле, да. Ну как бы, блядь, панта, я не знаю, что они делают. Они ничего не делают. Ладно, они за мной не пошли. Что они делали в это время? Я могу по топу попытаться. Опа-на. Видал, какое чудо тут? Блин, как встать, чтобы был обзор? Ой, блядь, он нас спалил. Вот дебил. Или так пошли проверить. Кто-то один там умный-то играет. Ебануться, яйца гнутся. Там не сыкотно, нет? Нет, здесь никто не проверяет. Просто чё я сделал? Рейнера сможешь? Да я не знаю. Кирилыч. Я думаю, не надо даже выходить. Если бы Рейнера можно было бы установить бексу, похилить. Я могу эту самую. Он свой Аларак спалил контору. Я, короче, валю нахуй. Блять, они так зашли. Блять, я не смог перепрыгнуть беги. Даже через это говно. Беги. Ой-ой-ой. Серьезная игра? Ты видел, я даже с места не сдвинулся, блядь. Это просто бред. Я вот смотрю на стриме, и все, блядь. Я просто встал на месте, я даже в сторону не подвинулся. Охуеть, блядь. Охуеть. Пиздец, они поддерживают босса.
Интим. Бля, не успел протроллить. Что за токсичные дети? Что штраф отыграли? Что? За то штраф доиграли. Да, да, я и только из-за этого. Все четко. Теперь какие планы? Хочешь ракет, хочешь бравл? Так не получится ранкет. Попробуй. Ну окей. What? Смотри, этим лигу-то как поменяли. Да, блять, подожди еще раз. А ты же плейсмент пошел, ты сказал. Да, но я плейсмент со соло. Соло больше не играет командами. Вообще. Блять, серьезно? Да. Ну окей. Так, сейчас приготовься к регулярным засосам против пятерых игроков. Пиздец, блядь. Так, а я хочу... Вот она. Вот она, рыба моя. Подожди, что? Они никак... А, нет, вот это. Круглые. Рыба моя мечта. Вот, видел? Супер, четкая тема. Так, что еще можно поставить тут интересного? Если players can queue by themselves. Match against players, see more skill. Но то, что это, конечно, Team League, это просто пиздец. Видишь флешку Dota Leaguers? Угу. They will be removed. Ну это круто на самом деле. Я очень часто прямой дом играю. И это просто огонь. Это значит, что ты будешь играть в Team League примерно так же, как в Квике, но за это тебе еще ранкет будут давать. Сейчас приду. А сколько ты раз победил, чтобы золото один? Шесть. Шесть из десяти? Я победил 3 раза, Кирилл, я был в золоте 4. Чувак, я победил, по-моему, 7 из 10 в прошлый раз, и меня пихнули в серебро 4. Хуй знаю. Может, порядок важен? У меня все победы просто были под конец. Ну, не знаю. Окей. Может, старая лига важна. То есть у меня-то был как бы... Я в сезоне не играл в прошлом. При сезоне у меня был второй ранг максимальный. Как бы выше только первый. У меня с этих пор там... Слушайте, ограничены новогодние скины, которые каждый Новый год можно купить. Хочешь себе сахарную сильванку? Да, давай, только у меня ее нету. У меня тоже нет. Маунты нельзя заставить. Подожди, что началось? Blizzard, please.
Началось или что? А, ты Я иногда... просто в магазине вращаю модельки. Охренеть, 15 тысяч уже, серьезно? Потом будет 20. Даже в первую неделю герой всегда стоит 15 тысяч. Как время. Ух ты, с Ливана подешевле стало. Огонь. Зачем ты эту шлюху снимаешь? А было бы неплохо. Что? Колодникова захотелось? Угу. Как эти всякие байки, типа обмазываешь член в пенициллине и все такое. Ну да. Байки из склепа. Чего? Байки из склепа. Ладно, забей, что я что-то говорил. Я думал сержанта взять. Почему нет? Если кто-нибудь на Чугале добирался до высоких побед? Нет. У меня его нету. Мне трейсера советовали посоветовать. А, попробую. Ты сейчас говоришь? Я говорю, мне трейсера советовали попробовать. Трейсер, я говорю, для дерганых. Она неплохая. Она как живучая, пипец, потому что ты не можешь ее убить. Нет. Успеешь прямого трейсера убить. Она живучая, потому что ты не можешь ее убить. Ты говорил про Элидана. Так Скеллидан, видишь, как бы он проебывает почти весь старт и мидгейм. Вот что проблема. Лейта ты можешь просто не дожить. Долго как ты ищешь. Я не знаю, мне что-то никто из героев больше не нравится. Не вижу смысла тратить. Хула можно. Хул такой странный. Хул странный. А ты Рексара не хочешь попробовать? Ну вот надо попробовать сначала. Хроми можно взять, я за Хроми вообще нагибал, на самом деле. Хроми, в принципе, и эти достаточно популярные герои. Да, и мне до сих пор очень нравится Гул'дан, хотя я за него играл очень мало. Гул'дан очень хороший герой. И вот немножко выпрямление рук, ну, потому что, да. Было бы круто техника, знаешь, когда ты умираешь, и у тебя полная мана, и ты можешь очень быстро туда-сюда перегонять. Вот это был бы просто огонь. Был такой герой в Tower Defense, в Warcraft, забыл, как это называлось. А, герой назывался то ли Empath, то ли что-то такое. И, короче, там был прикол, что ты можешь регулировать скорость передачи своей жизненной энергии, а свою жизнь получать из своей маны. Вот, и ты как бы вот так вот мониторил, вот туда-сюда делал. И у тебя были еще потом скиллы на реген маны, ну там с КД. Вот, и там был прикол, что ты мог, короче, ну там в зависимости от уровня была определенная скорость передачи. Если ты ее, ну, превышал, то ты еще начинал получать урон, понимаешь, то есть у тебя КПД. То есть ты передавал как быстрее, лечил, но при этом, понимаешь, ты помирал еще быстрее. И там не было стопа по нулю, то есть ты мог до нуля уйти и умереть.
Это было очень круто, это был мой любимый герой. Да, но Сараку такого, конечно, сейчас не сделают в лице. Где? Сарак сейчас... Сарака сейчас тоже эмо-хилер. Сейчас она свои хп-шки хилит. Так она может этот устанавливать связь, типа? А как? Это типа, ну, по КД, там, раз 5 секунд перекат энергию? Короче, она теперь может себе восстановить хп-курка, если попадает. Работает по-другому, ушот. Для того, чтобы там спамить ее. Сверху конечный снежок. Плюс она что-то на 50% быстрее бежит к героям, у которых меньше там скид процентов хп. Офигеть. И она теперь ебаная, вот она. Скин хп увеличиваю. Так, не знаю, что еще сказать. Наверное, школьники бомбанули, что у них отобрали их бронзу, им придется заново, и не играют. Да я вообще знаю, почему так долго найти не могут. Блять, как только в луп левый надо было игру найти, так за 5 минут. Ты сам ответил на свой вопрос. Чем брол играть? Блять. Давай. Ну бомбит у меня с него, бомбит. Погнали. Погнали, побудем еще. Сколько у нас будет на 10 новых? Давай, Анран, ты, блядь, ну пиздец. Как услышал про 10 новых, да глазки-то загорелись. Смотри, сразу началось. А это мог быть ранкет. Просто мы подождали достаточное время. Охуеть, у нас опять премейт. Божинский. Кстати, у меня иконка круче твоей. Да. А чё ты такую поставил? Ну, у меня была идея подниматься в ранг, где играя за Рейнера в стандартном скине на стандартном коне. И чё, и как? Ну, только одну сыграл, выиграл. Ай, пиздец, троллина. Вспомни говно, вот и оно. Так. Подожди, а как ты выбрал, у тебя... А, я все, я понял. Окей, ну хуй знает, я, наверное... Бери первого, ты охуенный. Уверен, да? Окей. О, согласен. Короче, Кирилл, сначала школьники проюзывают свои вешки, потом ты, потом я. Окей. Кирилл решил собрать. Слушай, а... На топ. Чё, какой ты взял? Всегда беру марксмана. Подумай. Тренер. Всех будет марксман на первом уровне, я тебе... отвечаю. Совсем у всех. Господи. 10 рейнеров. Лучше бы было 10 нов. Они, наверное, знаешь, маркетинг свой решили переделать, потому что раньше я, ну, не мог бесплатно получить какую-нибудь крутой маунт, правильно? Чё, блядь, происходит, я не понимаю. Знаем. Ой, ёб твою мать, я передумал. Да, я бы сам их откинул. Я хотел лайфреген инициировать. Ну, стрельни в меня, Лиза. Плиза! Блять, стрельни, плиза! Сука. Вот, спасибо. Чё, можно уже прожимать вышку? Нет. Нет.
Ой, ебать, что тут делается? Найс. Ну возьми, возьми. Ну, Тахан, Тролина. Что это такое было? Шамануха. Не сработал. На экране ты сердечку не взял? Не дошел. Не дошел. Оки-доки. Ой, ебать, что тут делать? Зачем ты его откинул, блядь? Зачем ты это сделал, блядь? Бах-бах. А наши, короче, тоже как ёбу вот слегка прокачу. У них за Рейнер такой волшебный 1000 экспы набустил команде. Что у нас за Рейнер, который 130 только взял? Взял защику. У нас Ливер. Я, в принципе, уже понял, что здесь ловить нечего. Слушай, а как мне активировать Марксман? Почему он... Сначала набрать 40 КД. А как набрать 40 КД? Убивать крипов. Угу. А это крипы? Да нет. Заебись. То есть миньонов. Да. Зачем ты его откидываешь? Который на лоу хп. Я обхожу его. До этого ты добьешь, я того обхожу. Давай. Вот и вон. Я на топчик, ребят. Сзади вас обходит, видите? Блядь. Видим, видим. Надо было откинуть. Блять, отжог. Что вот это за звезда у тебя появляется? Ты из-за скина. С ускорение атаки такое. Ага, понял. Найс, он убежал. Че, босс не будем брать? Ну, у меня хилка на спине. Ой, блядь. Нет, танчить за это говно я не хочу. Блять, нахуй пошли, блять. Что происходит? Что это за хуйня, блять? Тахан на него экстендит. Ох, лол, ох, лол. О, мне пизда пришла. Внезапно. Я думал, за этого героя нельзя умереть. Наль. А все герои тут геройки, лучше открываются новые горизонты. Лол, у них, кстати, никто не умер. Конечно. Просто уже встали. Мне нахер я лучше этот Марксмана прокачаю. Ты не должен ласт хитить на Марксмана, так что... А, да? Окей. Сорок, ты сказал? Да. У тебя сколько? 8. Это ж пиздец. Да нет. What? Seriously? Как будто все грустно. Ну, по топчику идем. Блять, ну сука, ну что ты стоишь-то просто так? Людок.
Ну ты поможешь мне его убить, нет? Тебе похер, блядь? Похер. Ой, блядь. Ой, ебать, что-то делается. Нахуй надо, блядь. Пусть он сам один на троих. Где там эти, я забыл, если честно. Вот здесь, надеюсь, я возьму. Сашечку. А, надо было в закуток идти сразу. Вот я тупой сейчас, я друзей найду, блядь. Сюда подошел? Сюда подошел? Ёб твою мать. Ой, блин, нахер. Ульты пошли охуенные. Ульты, блядь. Ё-моё. Не, я нахер, ребят. Ульту я точно не переживу. Пошел из колодца попью. Выглядишь. Из фонтанчика. Все, бегу. Хуеть, блядь. Господи, эти фокусники такие. Лол. А, я думал, ульта за него через всю карту полетит. Блядь. Вейпоинты просто офигительные. Этот брол показываешь веселее в разы всего, что было до этого. Какая-то хуйня происходит. Окей. Ой, ебать, что тут делается? Привет. Пусть пока бежит. Почему он мой килл состилил? Что за говнюк? Блять. Ну так, школьный. Ну так тебе и надо, дебил. Криворукий. Блин, так обидно вообще. Я так чувака троллил, пришел какой-то дебил и... помог, блять. Командная игра, нахуй. Чё, сколько у тебя? Сколько чего? Черепов. Да. Вот один мой, блядь. Найс. Блядь, ебан. Сука, не дуэлится. Это как с новыми, блядь. Это то же самое. Один умирает, другой добивает. Надо обязательно вдвоем брать глазик. Какой глазик? А, я понял. Вижн. Ну что, давайте доживем, посмотрим, кто будет петь. Space Marines! Пошли за глазиком. Понаблюдаем. Сапчик. Уебать. Где все? Я надеюсь, тут не один, блядь? Один тут. Заебись. Именно это я и подразумевал, когда говорил, пошли за глазиком. Стоять в ульте, сука.
Блять, на меня две ульты что-то поставили зачем-то. Поможешь мне с этим? Спасибо. Дец. Бля, ну пиздец. Эй, чувак, ёб твою мать. А-а-а, чувак, зачем ты так делаешь? Все нормально, что там. За сколько? 21 урон. У тебя сколько? 22, но за сколько дают один? 6. За 6? Это ж просто пиздец. Ну что хочешь, чтобы Рейнер начал наносить через 5 минут плюс 40 урона с одной атаки? Ну да. А ты где сейчас? Я после спам. Угу. Ну окей. Я ВК, сори. Понятно. Видал там, какая Ива Сосина сейчас войдет? За ВК. Хер знает. Так что ли? Они все еще пушат, чувак. Это круто. Не надо меня рутать. Возьми сердечко. Тахан, аккуратней. Ой, ебать. Тахан, отъезжаешь? Я тоже отъехал. Слушай, а как так мы раньше них начали? Больше собрали, взяли голема. Пришли, застили всего пушей черепа, потому что нас никто не брал. В смысле, вот я на реплее смотрю, стоял прям в големе. Ну ладно. Ну, не я, в смысле, мы с тобой. Ну, ты чуть раньше. Баны школем. Я просто подальше простоял. Только один чувак в игре хуже меня фармит активу. Что за пиздец? Он там либо метамансит, либо я не знаю, прям даже. Почему у них... Ладно. О, найс. Это вообще имбаланс. Вот сейчас вот гейм пойдет, блин. Adventure time, what grab your friend, a lot to bury, distant lands, take the dog, it's fin the human, the fun never ends. Знаешь, что тупо? Time. Что после Браула нельзя будет посмотреть статы, а я бы с удовольствием посмотрел, кто в этой картке что выбрал. В смысле, по скиллам там и так далее. Очень интересно. Ты можешь сейчас посмотреть, в чем проблема. Я сейчас что, запоминать буду? Ну я потом на стриме могу, конечно, посмотреть, но все равно. Вряд ли всякую хуйню. А что такое? Вам нужна помощь какая-то? Я вроде посмотрел, что все нормальцом. Что надо-то? Я не понял. Кто пингует, блядь? Господи, я смотрю, как ты Рейнер увлечённо расстреливает крипов, это просто сцена на века. Так, ну у меня 29, блин.
Надо что, еще до хрена, блин? И что он дает? Увеличивает скорость. Чего, кто пингует, заебали? Непонятно, что я Рейнер пингует, написано же. Да я вот и понять не могу. Не родной там. Опачки. Опачки. Блин, я отъеду сейчас с такими темпами. По двумя ультами-то. Ух ты, ебать. Сердечко, сердечко. Wait me. Зачем, кстати? Интересно. Пошли нахуй. В этот раз мы все берем. Ой, блять, ой, блять, ой, блять, ой, блять. Там что-то выходит кто-то из-за угла. Да я видел, блять. Помогите мне с ультой, я отъеду сейчас нахуй. Спасибо, почти, блять. Все четко. Блять! Я умираю! Не тратьте меня, ближе! Мы уже ушли! Зубы сыны. Ой-ой-ой, так не надо. Зарутал все-таки. Чего? Какой нахер инвизер? Это что, блядь? Чего? Это невидимо, вечно невидимые эти самые летающие. А, все. Я просто охуел. Глаз-то наметан, но я понять не мог, что я увидел. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, все. Все. Я от одной ульты увернулся, а вторая на меня была нацелена. Все хорошо у нас тут заджойнили. Главное, что не перед черепами отсосали. Могло быть хуже. Окей. Поспоришь. Что там? Give me more. Понятно, понятно, понятно. 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 Окей, тут все понятно. А, ясно. Пока. А, пока, Спуди. Пока, Спуди. Пять. Ходит. Чё, Google баба? Привет, ёпта. Опачки, привет. Фига ты тут лечишься, блять, калечишься. Ультует он на меня ещё, блять.
Астам дорчик нарисовался. Я видел. Но я думаю, он не успеет, скорее всего, щит снять. А, нет, успевает. Сейчас пойду. А, нет, он быканулся. Просто время потерял, дебил. Ох, лол. Whatever. От слова what? Бля, он потопу теперь идет. Троллина ебаная. Пошли их мочить, нет? Окей. Ой, или лол. Ой, не постараюсь, бог. Да, дефать. Похуй. Плохая идея была. Ого, ты мне по XP догнал. Ничего себе. Ничего себе. Как узнать, когда я рекаплюсь? А, вот я вижу. Ну так неинтересно. А чё? С команда хуйней страдает. Не до сих пор оба форта стоят. Блять, ну я не успею, чувак, вообще никак. Я могу ультануть, но это. Ну это пиздец, это нереально. Идиоты. Иди сюда, Рейнер. Надо, надо, Рейнер. Ой, ёб твою мать. Пиздец, кстати. Такие охуенные ульты дают каждый раз, что я просто вообще не могу писать все охуенно с происходящим. Да. Ну еще разок. 1000. Поехали. Че за хуйня? Ты видел то же, что и я? Снеговиков? Да. И Горыны, чем в. Свалил 5 раз. Хороший дачив. Escape Artist. Кстати, поменяли название. I'm an artist. Performance artist. Давай еще одну. Ага. Мне скоро выходить. Че, куда? Длинный, пойдем на... Короче, японские короткометражки. Алло, привет. Чего с ним? А че, че звонишь? Че? Ага, ага. Подожди, а так я ж типа на другой неделе хотел. Ну вот на следующей неделе, в любой день вообще. Я просто не ожидал, что на этой неделе что-то будет. У меня просто денег еще нет. Ну что-то такое, да. Зуб? Я понял. Да без проблем. Угу. Угу. Понял, все, сейчас скину. Сколько в итоге? И куда идти, все, что-то, все. Я ничего же не знаю. Это девушка? Ага, все, 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 все. Все хорошо. Понял, Кристина, ты мужик, давай.
Илыч, давай ЕТЦ. Очереди, может, питить будем? Может, стичиться? А, два ЕТЦ ты хочешь? Нет, на самом деле, давай ты за ЕТЦ, я за Нуба. Ты за стичиться, я за Нуба. Хочешь? Я не умею за ЕТЦ, я буду сосать. Да, мертвечинка бы не помешала. Это звуки игры погромче сделать, а то скучно. Что, блядь, происходит? Да, блядь, Тахан, вот это вопрос у меня, блядь. Я просто офигел с таких мувов. Ты смелый парень, я смотрю. Ой, ебать. Красавец. Опачки. Кейден красиво. Да, ты скин. Да. Опачки. Нифига себе, как она увернулась круто. Опачки, помогите мне здесь. Пойдем. А там трое уже, я думаю, не стоит. Тахан, хвалим. Просто пойду. Я просто пойду. Там кто-то к Сильване ушел. Надо ей помочь будет. Понятно, вопрос снят. Блять, что сука, голдан скилл. Блять, его не догнать нихуя, блять. Да пиздец, я не могу его догнать, сука. Делаешь? Я тебя троллю. Ну затроллен, согласись. Есть момент. Кирпичик. Кирпичик добавлен в коллекцию. А чё, кто просил помочь и нихуя, блядь, не идёт за ним? Ох уж эти, блядь, прямые. Да. Чё, не хочешь идти часу, блядь?
Да. А, не знаю. Чуть попозже, но... Да. Да, хорошо. Угу, давай. Кулдан какой-то очень обособленный. Блять, я не могу это. Сильвана, ну мочи их, пожалуйста. Будь хорошей девочкой. Кто-то у нас выебывается. Иди сюда, блядь. Ой. Они у нас что-то просто чуть бот не пронесли. Бегу. Они эти... О. Так, что у нас там? Лиминушка. Понятненько. Блять. Чё-то неприятно вообще нихуя. Оу! Полегче, парни, полегче! Блять, серьезно, Стичес? Чё происходит вообще? Да ты посмотри, что, блять, происходит. Что, блять, и происходит? Школьники гонятся, блядь. Ты вообще не в хуй сейчас немножко. Чем наши-то ребята занимаются? Да хуйню. А их, типа, ребята не хуйней занимаются. Не понимаю, что происходит. То, что у нас Сильвана, это, конечно, охуенный пуштоп в любой момент. Ой, да, я вот это говно люблю. Офигеть, она крутая. Блять, я пошел нахер. А, Тахан, это ты? А, это я. Доки-доки. Уходим отсюда. Я не ушел. А, нет, я ушел. Сраный единорос. Лол. Что, танчишь там? Ну так, понемножку. Ну как ты это делаешь, блядь? Да потому что нельзя, блядь, на какое-то определенное расстояние, только на максимум. В смысле? Ты, по-моему, кушку прожимаешь или что там, это, я не помню, и она канцелится. У меня это КД, я не могу его вытянуть. У меня мана кончилась. Вот, все, теперь попроще. А, правда что? Ж пизда. Уходим отсюда. Уходим. Я-то ухожу, это не уходящий. У меня не было маны тебя вытянуть. Ничего страшного. Лол, она меня пытается убить. Окей. Удачи. Плохо выглядишь. Слышал этот звук? Да-да-да. Вот у них уже 11-й, ну как так-то? Блять, Гул'дан. Как ты бесишь. А ты потом спрашиваешь, что у них 11-й. Блять.
если честно, то нечестно. Ну что ты будешь? Ну отстаньте от меня! Ублюдки! Ублюдки, что я вам сделал? Уйдите от меня! Уйди от меня! Уйди! Что я тебе сделал? Ну вот они вот такие, да? Раз! Школьники гонятся за киллами, они заебали меня. Это было смешно. А зачем вы вниз пошли, блядь, если я здесь? Ёб твою мать. А вдруг ты не справишься? Я понял. Кто у нас здесь? Никого, странно. Ну да. Сомневался. Конечно, зачем помогать с газом? Ну, потому что у нас босс сейчас пойдет. Сейчас нас просто запушат топ. Думаешь, успеют? Начинается. Ну а мы сейчас у них этот поток вот запушим. Привет, Газгул. Ни хера его не догнать. Все, слава богу. Господи, этот Гул'дан. Железный кутил. Лол, Близзард. Видишь? Я шкал по топу. Привет, Минушка. Чё, как жизнь? Блять, хук просто от бога. Ой, ебать, тут что делается? Ты кого там несёшь? Да, никого сейчас. Лёхов и несёт, блядь. Блядь, там эта дура идёт. Я её отсыпаю. А, нормально. Сильвана молодец. Ой-ой-ой. Так, кого тут вытянуть? Найс, я ложусь. Нет, я передумал. У меня хук 10 секунд еще. Привет. Да забей на него. Я просто кастую скиллы, чтобы у меня были жуки. Я понял. И больше ничего от жизни не надо. Ты видел это говно? Да. Я не понял, что произошло, но, по-моему, я ультанул, сожрал чувака, и чувак сожрал меня. Я только не видел, в итоге я-то его выплюнул или нет? Не знаю. Ох, лол, я даже не смог смех сдержать, насколько это тупо было. Сюда домашний. Спасибо, блять, Гул'дан. Блядь, серьезно? Ясно, пока. Что-то я съебал отсюда. Пока спуди, да все, нахуй я. Пиздец на дома. А в уголке там, пожалуй, просто протонусь. Don't mind me. Get in the fuck out. Если тут... Ура, огневое. Да, а этого босса мы соснули.
Ух ты, ничего себе у тебя маунт. Ничего си. Блять, они даже не идут черепа собирать. Нет бы гоняться за киллами, еще хуйней страдать. Нет, не видите. Там... Видишь, они танка фокусят. Все задумано. Все они правильно делают. Да вот идем. Где вход-то, блядь? Блять, лаги заебись. Лаги заебись. Пошли в жопу, блядь. Тахан, что ты там один? Понимаю. Они, конечно, бегают. Маны нет. Ой, хорошо. Блять, ну вот ёп твой. Вот эта ешка, сорян, что заблочил, но эта ешка, она еще хуже, чем, блять, ульта у Мурадина. Сейчас я подтяну, блять, немножко. Хуй-то там, сука, а иди сюда, блять. Значит, что это мана делась. Блять, ну реально, я не могу Е использовать. Близзард! Иди нахер. Сейчас нас стрелять будут. Мне похер. У нас босс, видишь, какой красивый. Хуя. Газлу взял этих прокачанных наемников. Что-то больно просто. Окей. Whatever. Пус. Бля, она попадает в меня внезапно. Вплотную-то. Блять, гул... я вот смотрю на урон Гул'дана, мне даже не смешно. Всегда есть. Всегда есть больше скелетов, чтобы быть поиметь. Чё? There are always more skulls to be had. Окей. Ну, бля, да. Съёбывай нахуй, сука. А, я забыл, я в прошлой катке вызвал. Зачем ты это гасишь? А, я понял. Хочу и гашу. Что, тебе жалко, что ли? Я тут не твою дверь пилю. Ну, хуй знает. Блять, она даже не пытается увернуться от скиллшота. Ебало меня как тучку просто. Бля, не успею, ребят. Успел! Еее! Я в кадре. Хорош. Истору. Окей. Носик у тебя няшный. Ура! Мы сделали это. Сейчас вернусь.
Вот. Ты бы знал, Кивилыч, какой у меня сейчас просто big Russian boss look. Чё? Я сижу в джинсах с расстегнутым ремнем в спортивной куртке на распашку. Что у меня сушится постиранная одежда. Выхода. И ничего. Окей. Yeah, I see that. Походу, мы с тобой в нормальцы перебираемся. Не уверен. Я потому что сделали Steam лиги теперь. Что обычные это? Лиги. А? Бля, а чё мы оба зелёные? Ты можешь другого цвета быть? Сейчас, увы. Мало сейчас зелёного возьму. Ту-т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 у. Слышь, героями? Да. Сумел. Жду, когда пятерка поджонится. Хорошего маунта выбрал. Опа, опа, опа! А последний-то не это самое? Офигеть. Не зеленый или что? А... Не вращается? Знаешь, это... Да. Новый герой не вращался, прикинь. Рагнарос, видимо, не вращаемый. Ты не вращаешь Рагнароса, а Рагнарос вращает тебя. Охренеть, реально бага такая. Надо отрепортить. Ну, типа, новый герой. Ох, лол. Чего, когда я хочу что-нибудь потащить, всегда вот какая-нибудь такая картка. А что с ней не так? Что не тащимо? Ну, я за Глазгу хотел по классике, знаешь, по лейнам. За Глазгу тебе никто не запрещает по классике. Ты можешь просто взять Труба Гоблина и за соло босса забрать. Классика. Я вот не знаю, сейчас за Сабура буду выигрывать, потому что я ни разу не играл, не знаю, что у него за обилки. Может попробовать не это самое в мастер в копи мастер сделать? Конечно, понимаешь, что Blade Storm классная штука. Но... Хер знает. Look at my horse, my horse is amazing. Vitalik, just like Raven. You struck on its mane, and then it pushed to a pain, and then it comes back again when you put it swinky. Ooh, that's steady, do you think so? I'm at an old show you where the lemonade is made. Sweet lemonade, sweet lemonade, sweet lemonade, yeah, sweet lemonade. Гила находится. Ой, бля. Что-то я про Зеру-то не подумал. Кто у них еще раз? Зера, Медис, Рейсер. А чё ты только одной копией бежишь на него? Это ж пиздец палец. А я вообще-то им не могу управлять. Да? А, это футы. Бля, на боте никого нет, парень.
Пошли топ накажем. Ты вот все правильно делаешь в этой игре. Не хочешь камп взять? Зачку? А че, еще они заспаунились или что ли? Да. Ну вот эти вот, которые рядом со мной. То я-то не уходящий, а ты можешь это спокойно. Не хочешь здесь камсить? Таха, мыч. Хотел. Забирай меня, плиз. Мир имидж гранд спилблок. СД наш вайлинг локинг. Привет, Медив. Ой-ой-ой, Зера. Зера, иди нафиг, Зера. Бля, тут Зера. А, я умираю. Где замедление? Ни хера тут нету. Стоп соло тим. What? Это ранки? Нет, подожди, мы квик играем, да? Ну ладно, все чё. Какую монетку ты не взял? Какую монетку? Так это ж тебе, блять, я ж тебе сказал. Ты как её не взял? А, понял. Ох, найс. Я могу. Стоп, соло, тим. И нахуй ты говно. Что ты командуешь? Лол. Минус трейсер, лол. Да, такого я давно не видел. Ой, бля, зеро, так плохо. Бля, тут все, короче. Бля, я рано вышел из стана. Ребят, Самура, поможешь мне чуть-чуть прям совсем? Нет. Знаешь, что мой персонаж должен не, не, делать. На миду. Ну ладно. Ладно. Удачи. Блядь. Ой, красавец, бери, бери, бери. О, сколько надо, кстати говоря, взял. Меня палят. Давай, 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 давай. Нахуй пошла. Почему у нас число специалистов не совпадает? Как этот матчмейкинг работает, я не понимаю. Не совпадает. Кто у них специалист? Ну вот этот активист и все, по-моему. У них медик специалист, а у нас что? Рагнарос и Ассасин. Ассасин. Что? Не спрашивай. Окей. Как угодно, Blizzard. Может они, когда релиз готовили, печатались просто?
Ой, ёпки мать, что происходит? Какая-то новая анимация, это вот так, что ли? Ёпты. Блядь, Зера заебала, честное слово. Как я от тебя уйду, блядь? Пиздец, нахуй. Пиздец, просто пиздец, блядь. Да вообще никак. Ебать, что делать? Где? Чё они все тут делают? Почему внизу не пронесли все на свет? Блять, камер отстреливается в режиме туэли. Понял? Блять, ну пиздец, мне Зера заебал, ну никак не буду вообще. Сука. Да, Хаммер. Кстати, не очень плохая, оказывается. Но выглядит это ужасно. Возьмете на миду? А, там Хаммер, все нормально, я тоже на мид. Нет, там что-то камера пока не справляется, блядь. Опа-на. Три. А я вот тут не уходящий, по-моему. Хаммер все еще воюет за них. Блять, вейпоинты, Близзард. Да уходи оттуда, блять. Ну что она делает? А, трейсер тупая, все четко. Игра уравновешена. Сейчас школьников. Nice.
Ёптвы. We have to group up. This solo shit is why we lose. Hello. Нуб комплейнит, что он выходит один на пятерых, это, конечно, пиздец. Я с трейсера вообще ничего не могу сделать. Это не серьезно. Да. Блин, вообще дамаг анрильный. И вот я... Это что, это обычный скилл или это ульта? Ульта. А, ну 3000 дэмэджа с полной жизни меня вот так спустило. Это норма вообще? Я не простоял. Я не стоял, я пытался увернуться. Но она весь лейн занимает вообще никак. Пошли просто босса нахуй возьмем и все, блядь. Блять, они тоже, по-моему, туда идут за щеку. Уходи, блядь! Блядь, смотри, как она отступает охуительно. Шасси заклинило, по-моему. Вы как хотите, а я за честными побежал. Ой, хорошая идея. Ну, на миду я не уверен, а здесь возьму. Блин, там ульта какая-то выходит. Чё такое? Таханыч опять занубил. Опять? Опять занубил Таханыч. Ты видишь это? Смотри. Да, я вижу. Это что-то мне перестало смешить, мне даже грустновато. Вот нахера сейчас там сливаться, блядь. У них 20-й левел, ребята, ну... Ну зачем это? Я Идите просто... Огнем. Ну окей, у меня тоже 20-й левел. Хули, блядь, тут делать, блядь. Да вали ты нахер, зачем? Вот они на босса и пошли. Я пошел сдам дублон, это что-то у меня много груза.
Бля, хера выкачивать. Не могу переключиться на копии, потому что они стоят в этом самом, прикинь. Какая комбина. А, не можешь на них навестись, типа? Не, я не могу поменяться с ними местами. Понятно. А почему? Они в купе. Ну пиздец, мне доехать надо так-то. Я не сейчас. Ну пиздец вообще. Бля, тут Зера. Уходим, уходим, уходим! Вот тупая. На босса. Давай. А мы успеем дойти до лейна, чтобы никто не... Иди тихонечко, чудо. Я типа вот сюда пришел. А ты сможешь взять зрение? Нет. Вот я тихонечко пришел, если что. Возьмешь? Возьми монеты. Ой, я все, я умер. Подожди, подожди. Не могу. Он даже под замедлением не может выйти. How about come together? Keep you on the back safe. And we will kill. Why do you insist on team fight? Что? Why do you insist on team fight? Ага. Why you insist? А почему? Если you are, то why you are insisting? Ага. А почему ду нужно? Знаешь вопрос, how do you do? Ду здесь не в смысле делать, а в смысле это был связка. Понятно, потому что present simple. А нет, в любом тенсе. Present continuous, правильно? Это от тенса вообще не зависит. Тогда непонятно. Как тебя держать и в безопасности? А ты, я, допустим, даже как-то наебал, ну. Видишь внизу, что происходит? Я так как ты все три. Сейчас посмотрю. И скачет на. Ну смотри, создаю копии. Угу. Убираю их все. Сажусь на лошадку. Найс. А если в этот момент у одной копии срывают лошадку? Ну, у нас другие остаются, я остаюсь. Ну, в смысле, а, понятно, две копии на лошадках, да? Я на боссе, как мне брать босса? Первый раз в жизни беру босса за обладку. Я выставляю туреты, правильно? Оставь их подальше, чтобы он не ебил тебя. Понятно, он фокусит меня, правильно? Вот я начинаю угасить. Включаю робогоблин зачем-то. Не надо, с другой стороны, чтобы он не вышел на тарели. И все. Блять, стакан.
Оба! Блять, я винду нажал вместо Б. Вот красавчик. Они вообще обращают внимание, что там босс? Нет? Ладно, пока. Слушай, спасибо, буду знать, я не знал, что можно так делать. Этот босс, пытающийся половины, меня уже основательно достал. Здесь вторая волна поноса катится, Кириллыч. Советую тебе отойти. Куда? Вот я вот отошел, смотри. Ух ты, ёпты. Реально можно отойти. Вторая волна поноса — это огонь. Ну помогите мне кто-нибудь, я ж лягу сейчас с двумя монетами за щеку. Блять, у меня ешка отменяется уже второй раз, я ничего не могу понять. Я специально отключал автоотмену. Они приехали защищать. Ты посмотри на это говно, блядь. Они вайнят еще, сука, что мы тимфайты не ходим, блядь. Жаль, не ходим. Лили говорит, что кемп опасный. Чувак, там кемп опасный. Иди оттуда нахуй. Сейчас на тебя кэмп согрится, чувак. Беги, блядь. А где они, кстати? Что-то протусами запахло, я пошел. Они на боссе, скорее всего. Блять, а где они? Я ничего не могу понять. Кстати, да, сейчас хороший тайминг, вроде как. Я бегу, бегу, бегу. Только Адзеры меня прикрой, потому что его что-то не видно там пока. Хорошо. А вот они ко мне все пришли. Блядь. Давай. Рядом со мной. Я Адзера боюсь. Блять, он меня убьет нахуй. Ладно, четко. Зера, 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 рядом со мной. Блять, охуенный полимоб. Блять, Лили, хватит сливаться. О, Зера, Зера, Зера. Ой, Лили, ой, Лили. Найс. Видел, как у меня стояк посреди файта? Это нормально для стрессовой ситуации. Кирилл, ты теперь можешь кончать. Я понял, сейчас кончаю. И разрешили. Блять, почему вышка меня вот зафокусила? Я не могу кончать, меня вышка зафокусила, чувак. Я вот, смотри, старался как старался, ну все четко. Что произошло? Почему мы выиграли? Ты что-нибудь понял? Я понял все. Что ты понял? Ну еще раз, тимфайты вначале не имеют смысла, потому что все быстро регенятся, все такое, по уровню потом выравниваются. И либо ты снова болишь катку на 3 плюс левела, либо уходишь в лейт, где мы сравнялись и все. Босс, они как бы поняли, что они нас нагибают и из-за этого выигрывают, и начали гнаться за киллами. А в это время только трейсер фигачил босс, мы прошли полностью по топу, потом второй кемп мы удачно взяли, я так не знаю, почему они его не законтрили. Потом они начали заниматься какой-то хуйней, типа ловить нас в кустах где-то для файтов, и все, и на этом соснули. А мы как бы не файтились, ну мы там в конце вот только два раза. Ебать, Кириллыч, вот мы с тобой сыграли сейчас получасовое говнилово, да еще и в тиме, да еще и с бустами, сразу четвертый уровень. Охренеть, так это же норма. Не знаю. Нормально? Нет, я так всегда и это. Я уж привык. Короче, я понял, что недостаточно кореи, чтобы управлять копиями напрямую. Попробовать блейсом. Ну ты потренируйся на викингах. На кошках.
Ладно, Кириллович, я пойду. Давай, спасибо. Завтра когда можно тебе завалить тренинг? Да, приезжай. Вот, я тогда, смотри, пары заканчиваются в 12 часов. Вот, я учусь на Софийской. Офигеть. Может быть, мне оттуда как-то можно доехать сразу на автобусе до тебя? До 100%. А, где-то на Софийской. 52. Это рядом с Бухарестской. Понятно, немножко южнее тебе до остановки нужно дойти, и прям там автобус ходит. Все тогда. Зашибов.